Ага. Загребущие руки вернулись с моей няшной, нюняшней сюмочкой. Ладно, так, где мы находимся? Вот в этом домике мы еще не были, нам сюда рановато. Свистнем с тобой 5 кепочек. Я хочу посмотреть, сколько они будут стоить. Потому что мне сказали, что рука увеличивает количество денег от украденного. И когда я узнал, я был в шоке просто. Как по мне, так я стал просто быстрее воровать с этой рукой. Продаем. 150 баксов. Чё, серьезно что ли? Руки деньги прибавляют. В магазине написано, что сладкая перчатка увеличивает скорость кражи в 4 раза. А пакет написано, что увеличивает количество предметов. То есть, что увеличивает заработок, непонятно. Привет, сосед. Как твои дела? Я тут у тебя где-то видел золотую штуку. Ее уже кто-то свистнул. Тут, короче, золотой ключ был, но его уже нету. Тогда придется свистнуть шар для боулинга. Конечно же, возьмем граммофон. Ой-ой-ой, давай быстрее. Бежим, на кроватку запрыгиваем. Фу, о да. Заберем телевизор. Ну, все, знаешь, по стариночке, ничего нового. Наушнички. Зачем соседу наушнички? Он все равно не служит мозгу. О, еще один телек заберем. Вот эту картину, оказывается, которая закрывает вот эту щель, вот это отверстие, ее тоже можно свистнуть. Нифига себе. Твою ж налево, прямо на соседа выпрыгнул. Ай-яй-яй. Что? Что? Я на коробках был, как это вообще возможно? Так, это была минутная слабость, я просто психанул, бомбанул мне. Вот она эта картиночка. Сейчас мы ее себе сним. Привет, сосед, я тут у тебя решил ванну принять. Ты не против, да? Ушел такой, посмотрел и ушел. Свистнем у него ведерочко в туалете. Нафига оно ему тут нужно? Оп-оп-оп-оп-оп. Тихонечко. О, там молоко есть. Ты посмотри, здесь есть на столе яичница с беконом. Ух ты ж, нифига себе, надо это все забрать. Фарфоровые тарелочки. Я их могу забрать? Целых все штуки. Целых все штуки, целых 4 штуки. Главное, чтобы там сосед меня не запалил. Все это забираем. Нифига себе, у него кухня богатая. И выпрыгиваем в окошечко. Надеюсь, что здесь нет окна, да? Выпрыгиваем. Здесь окно. О, черт подери, сосед бежит. Запрыгиваем на столик. Оу-е. Выбегаем. Главное, чтобы меня теперь полицейский не поймал, который бегает вдоль дворика. Опа, вот он. Фух, как меня пронесло. Как он побежит вокруг. Вот так вот. Все. 120 баксов мы заработали. Чего-чего-чего прикупить. Давай, наверное, мы купим ключик. Салатский ключик. Сколько он стоит? Сколько он? 300. Как у тракториста. Отлично, у меня как раз было 300, у нас есть кэнди-ключ. И пойдем теперь откроем кэнди-кэнди-кэнди-стор пончиковые. Кэнди-стор это пончиковые. Отлично, достаем наш ключик. Сейчас-то мы здесь полакомимся. Открываем. Ух ты, сколько здесь кассиров ходит. Офигеть. Сейчас мы с тобой натырим сладости, набьем живот, и потом будет у нас все это дело болеть, там перевариваться. Че свистнем? Че заберем? Здесь столько всего, глаза прям разбегаются. Я даже не знаю, что первой свистнуть. Вот, наверное, вот эти вот палочки. Да, меня никто не видит, меня никто не палит. Опа. Давай мы наверх залезем вот так вот. Так меня точно никто не запалит. Забираем. Смотри, смотри, там мороженое, мороженое. Надо мороженое свистнуть. Прямо со стола. Попробуем. Оу-е. Сейчас мозги замерзнут от такого количества мороженого. Сумка забита. Нужно валить. Ух ты, тут шоколадные яйца, Скитлс. Куча всего. Где выход? Где выход? Я потерялся. Где выход? Вон он, выход, я вижу его. Бежим к выходу, аккуратненько, аккуратненько, сзади я вижу. О-о-о, как? Все, выходим. И... Опа, тетя полицейская. Где наш товарищ, кому сдавать конфеты? Сколько мы получим за все? 130? Серьезно? Че так мало? Видимо, конфет невкусный. Ну а мы с тобой прикупаем новую скелетную руку. Ого, как будто Хэллоуин. Кстати, почему у нее 4 пальца? Странно, это не человеческая рука, значит. Где шоколадное яйцо? Шоколадное яйцо! Вот оно, шоколадное. Да еще и золотое. Сейчас мы свистнем золотое. Вот так, запрыгиваем сюда. Возьмем Скитлса, конечно. Скитлс вдвойне вкуснее, если заживать его с шоколадным яйцом. Это я проверял. Правда, потом кариес меня замучил. Пришлось зубы лечить. Так, яйца мы забрали. Сок шоколадный, или что это такое? Овамал... я не прочитаю. Забираем, неважно, что это такое, но я думаю, что это... Как? Я же был на столе! Меня бахнули в шоколадном мире, точнее, в сладком мире. Тик-тик-тик, мы на кассе! Отлично, что мы можем? Мы здесь ничего не можем. По-моему, печеньку можем. Печеньку можем? О, да, печеньки! Печеньки похрустим с тобой с молочком, вечерком. Смотри, как печенье пекут. Их просто в камин запихали. Ай! Да насмотрелся на печенье. Кружка с какао.
Ну ладно, давай заберем ее тоже. Че она тут одна одинешенька? Фух, все, 10 предметов. Надо отсюда по-тихому сваливать. Потом мы поднимемся с тобой на второй этаж. Ограбление века. Шоколадный магазин вынесли. Да почему шоколадный-то? Что ж у меня все? Шоколадный да шоколадный. Сладкий мир. Детский мир, сладкий мир вынесли немножко. Ой, я куда я побежал? Мне же вон тому чуваку надо все это отдать. Чувак, я тебе сладости принес. Надеюсь, тебе это понравится. Держи. 220. Ништяк. Пошли на второй этаж. А вот и второй этаж, какая цветная лесенка, прикольно. Печь, смотри, какая печь здоровая. По-любому там что-то есть. Закрыть я ее не могу, значит ждем, пока там что-нибудь печется. Так, здесь у нас... тихо, не толкайся. Мостик из жвачки. Серьезно? Опасно. О, вон что в печке. Это же пицца. А, нет, это не пицца, это, по-моему, пирог. Какой здоровый, давай заберем его. Опа. И там... А там не могу забрать. Может, мне кнопочку надо нажать? Черт, не получается. Смотри, какие там печенья здоровые. А как туда попасть? Там, походу, тоже лесенка есть. О, появились здесь пироги. Сейчас-то мы их заберем. А ты посмотри туда, там тортики. Да какие большие. Надо туда сбегать. Сейчас мы и тортики тоже свистнем. По-моему, с клубничкой. Забираем. Теперь нам нужно вон за теми огроменными печеньками пробраться. Прыгаем сюда. Здесь есть золотое яйцо? Нет, его еще не появилось. И теперь нам нужно... О, тихо. Теперь нам нужно вот сюда бежать. Здесь такая вот, смотри, интересная лесенка из сладостей, из леденцов. Запрыгиваем, попаркурим чуть-чуть. Опа, еще немножечко. И... Давай, уходи, тетечка. Запрыгиваем. Блин, их нельзя свистнуть. Черт подери, тогда вот эти берем. Она сюда идет? О! Вот это мне повезло, вот это мне пронесло. Запрыгиваем еще разок. О, посмотри, какая печенька появилась. Давай ее быстренько. Нет, быстренько не получится. Нужно подождать. Вот так. Давай. Есть, мы золотую печеньку свистнули. Сейчас еще попробуем свистнуть вот эти печеньки. Давай. Фух, как же пронесло, он прям под нами прошел, офигеть. Последняя печенька. Тихо. Мы свистнули печенье, золотое печенье и золотое яйцо мы еще не свистнули, но обязательно в следующий раз свистнем, чтобы был комплект. Печенька и золотое яйцо. Все, бежим отсюда, бежим. Нет, не бежим. Запрыгиваем. Теперь бежим. Давай. Вон туда нам нужно. Мужик, держи сладости. 341 бакс. Давай теперь попробуем собрать комплект. Золотое яйцо, золотая печенька, яйцо. Есть? Сидим в засаде за огромной печенькой и ждем золотую печеньку. Вон она появилась. Сейчас будем бегать. Бегать. Бежим сюда. Попробуем отсюда достать. Получается. Ты посмотри, мы золотую печеньку свистнули. Так, давай еще вот эти печеньки свистнем. Чушь, раз мы сюда забрались. Так, а теперь давай посмотрим, не появилось ли там еще одно золотое яичко. Все, можно прыгать. Золотое яичко? Нет, его нету. Вот блин. Во, наконец-то. Итак, свистнули 2 золотых яйца и 1 золотую печеньку. Сейчас посмотрим, сколько нам за все это дело дадут. Ну-ка. $467. Купим себе новых крутых плюшек. Так, значит, шариковая рука. Баллон Хэндс. Неинтересно. 2000. Рука Халка. 5 косарей. Ладно, давай мы лучше с тобой поднакопим деньжат. И возьмем с тобой новый пакет. Ууу, золотой рюкзачок. 20 предметов вмещает. Блин. Ладно, давай кубик Рубика возьмем. Он 18 вмещает. Кубик Рубик у меня за спиной. Есть предложение. Значит, мы с тобой бежим к соседу. Крадем у него золотой ключик. Потом бежим в магазин сладостей. Крадем там золотое яйцо и золотую печеньку. И вроде бы все. Больше золотых вещей я не видел. Пока что. Мне доступных. Вот он, золотой ключик. Сейчас мы его свистнем. Есть, готово. Бежим отсюда. Охота за золотыми вещичками. Вот это приключение. Выбегаем. Охраны нет, отлично. Давай забежим в Dollar Store. Посмотрим, есть ли здесь золотые вещички. Главное, чтобы меня здесь не повязали. Хотя, знаешь что, Dollar Shop, он, по-моему, без ключа, и поэтому здесь нет золотых вещей. Поэтому делать здесь нечего.
уходим. Так, тащим печенечку. Есть. Ништяк, уже 6 предметов золотых у меня в рюкзаке. Слушай, 6 предметов золотых в рюкзаке. Давай попробуем их сдать и посмотреть, сколько нам дадут. 455 баксов за 6 золотых предметов. Это довольно дорого. Но невыгодно, потому что пока ты дождешься, когда они появятся, пока ты их заберешь, в общем, это очень затратно по времени. Решил я, короче, прогуляться по улицам, посмотреть, что дальше есть. Смотрю, там вроде бы интересно. Туда вон город. А вот здесь вот небольшая такая дорожечка ведет вон к тому маленькому домику. Пойдем посмотрим, что там. Блин, туда дальше нельзя пройти. Вот это печаль. Печаль и обида. Даже под водой не проплыть. Я так надеялся, что там в домике я встречу бабульку какую-нибудь, которая даст мне кучу золотых предметов. Ага, разбежался, губу раскатал. Опачки, за мной слежка. Подписчик следит, смотри, он бежит за мной. Ай-яй-яй, надо куда-то спрятаться, быстро. О, пойдем в городе спрячемся. Тачки, я вижу тачки. Блин, здесь походу тоже все перекрыто. Ну вот, конец карты тоже видно вот, не пройти дальше. Полис, помогите мне, меня преследуют. Да ладно, Леха, не обижайся, я шучу. Все, пойдем обратно. На стройку. Строечка, что у нас на строечке? Блин, на стройку не пройти. Пустите меня, я вам тут двух пассажиров привел. Они работать будут. Леха и Васул в два. Что за них, господи? Ну пустите нас на стройку, мы поработать хотим. Ладно, я понял, нас не пускает. Походу надо дальше двигаться. Смотри, парни, смотри, свет в конце туннеля. Это же типа рай. Пойдем сбегаем. Пойдем. А нет, здесь тоже тупик. Вот черт. Ну что, время у нас на исходе, пора закругляться. Надеюсь, что тебе понравился этот видосик. А если это так, то с тебя лайкосик, а также комментосик под видосик. И обязательно не забудь подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. А на этом я с тобой прощаюсь.